Сетки пошире, ребята, пошире сетки. Зайдите. Внимание, начали. Пожалуйста, полностью как бы выплескиваете весь воздух из себя, чтобы чистый был полностью, чистый ваш организм. До последнего воздуха выдыхаем. Такое глубокое дыхание. То есть это очень важно. И стенка брюшной полости, она тоже естественным образом входит за вперед. Приношу свои извинения, но немножечко китайской практикой займемся. Тоже для дыхания упражнения. Руки соединили. Дыхая, подтягиваем внутри все. Вверх. Вышли сюда. Вверх тянемся. Вверх. И спокойно выдыхая вниз. Пять сосредоточились.
胃腸消化を良くする。То есть тоже для восстановления внутреннего баланса. Два, вот, юнью, кёрасумэдэ. Да, и дыхание идёт. И кёсуинарако. То есть, как будто лук натягиваете. Как будто натягиваете лук. Вдох, выдох. В одну сторону, в другую. Хай тока, джинго. И спина очень собранная. Иктоки надо, нэдэ, юби саки о отте тива. Взгляд идёт за вашей рукой, которую выводите вперёд. Взгляд вперед за рукой.
かかとを上げながら息を吸って、максимально делаемся высокими, максимально вверх. Все соединено, то есть ваша спина и грудь. Дыхание, вдох, вдох. Достанем кибадачи стойку. Стойка кибадачи. Наклоны. Тоже с дыханием обязательно. Вдох, выдох. То есть выдохнули, наклон сделали. Вдохнули.
А, то есть полный круг дыхания называется синхрон. Упорить твое что-то, правильно? То есть делают такое упражнение обязательно. А что, скидка, да? А ноги вместе. Клинику читали. На работу мышц. Вы работали, сработали. То есть выдох, подтягиваем вдох. На выдох удар, подтягиваем вдох. Thank you.
чувствую сам. Как себя чувствуете? Все ли в порядке? Хорошо. Ничего? Майонисе ответ, майонисе. Каждый день будем делать? Майонисе. Если так делать каждый день, то ваш организм... Пожа, Антон. Кем не уречит? Начнем основную тренировку. Чтобы место было, постарайтесь по залу распределиться. О, аэробис, да? Великаны, пожалуйста, осторожнее. По залу это круто. Назад смотрите, чтобы не, друг друга не повредить. Легко здесь, да? Медленно. Ай. Уловим. Медленно возвращаемся вот в такую позу. Обратите внимание, если достаточно места, вот так делаем, встаем, встали на ногу, как будто сейчас полностью подниметесь, и постепенно назад, вы плавно встали, продолжаем, пожалуйста, место занимать. То есть просто не спешите, можно полностью встать и сделать укеми, полностью встав. Попробуйте. Только аккуратнее. Вернулись в ту же самую точку, сделали кувырок назад и должны оказаться в исходной позиции. Пожалуйста, медленно. Пожалуйста, медленно вернувшись в ту же позицию. Постарайтесь без остановки, чтобы не было упали, остановка встали, чтобы такой единый процесс безостановочный. Пожалуйста, какой, как можно меньше, компактнее. То есть очень мелкие, компактные схемы. То есть, пожалуйста, делаем ваше естественное движение. Без давления, без вот таких движений. А если будет давление, и старайтесь в середину, в его центральную линию. То есть вы же смотрите все фильмы с самураями. Они все обязательно руки держат вот так. Не сюда руки они делают, перед собой, в центре. И поэтому точно так же прямо. А потому что если вас развернуть, вы уже ничего не сможете сделать. Поймите принцип движения, и все будет нормально.
Даже не сможете. Так не сможете. Все какой-нибудь. Все время из центра работаете. Подумайте, обязательно думая делайте. Обязательно постарайтесь работать телом. Телом двигайте своего противника. Вот так. Телом, телом, движением тела разворачиваете противника. Поворачивайте сами, его поворачивайте. Обязательно плечи свободные. Не напрягайте плечи. Плечи свободные. Потому что я вижу, ваши плечи вы напряжены. Обязательно очень расслабленные плечи. Вока ном токени катачка инатте номерешо. И вы же, когда поднимаете водку и пьете, вы же не напрягаете плечи? Вы же не напрягаете плечо, вы свободно берете руку вверх. Так и тут. Точно так же. Вот здесь ваша сила. Вот здесь ваша сила. Все остальное очень расслабленное. Используйте ваш организм, ваше тело. И обязательно думайте, что делаете. То есть вы должны все время обдумывать, что вы делаете и почему ваш противник совершает ответное такое движение. Делаем пока вот это движение. Нет никакого усилия, без усилия, расслабленная рука. Не давим по прямой. Нет давления, нет усилия. То есть без усилия. これは別にこう倒すためにこうやってるんじゃないです。肩の持ち方です。さっときた。だから力なくたってできる。без усилия главное движение。さっきのこうするとこう上がってくるんだ。本当のことではこう。можно делать и вот такое более жесткое движение。но нигде нет усилия, нет давления руки. Россия достаточно. Хотя говорят, чикарцы. В России все очень сильные люди. Куда идешь, но это не значит, что вы сильные. Главное правильно использовать свою силу. Потому что у вас есть сила, это пока еще ничего не значит. Так что он надежный вокально, надо работать. А если вы встретите точно такую же силу, вам надо научиться использовать свои усилия. Сидит вокально. А еще. Возможно, это сложно сделать, но над этим надо работать. Это основное положение. Пока я делаю, а где скидом? То есть айкидо основное положение. Вот. То же самое, нет здесь давления, нет усилия. Не волнуйтесь, что не сможете. Прямо идете, по прямой, прямо. Нет, давить, потому что как только надавить, он начнет тянуть. То есть вот здесь. Чуть-чуть переместили и просто вошли. Не давим, без давления. Будем тренировать вот этот момент. То есть встретились с противником. Ваш и противник, вы теперь одно целое. Вы одно целое.
целое, да, ну, ты нет, чувствуешь? Почувствуйте своего противника, вот этот момент, без давления. Немного в пол сместили. То есть вот это легкое движение. Если это делать быстро, то вот сюда, самое слабое его место, на сзади противника. Сюда не надо, здесь. Идем в слабое место, в слабую точку, вот сюда. И руки работают обе. То есть как бы две движения. Идете назад, идете по прямой. То есть смотрите на него, но идете назад. То есть смотрите на противника. Заходите вот так, вот так. Нога забыли, второй шаг. Не отворачивайтесь, вы смотрите вперед и идете вперед. Очень часто у всех практически плечо напряженное. Вы напряглись, прикладываете усилия. Надо расслабить плечо. Присели. Слишком сильное усилие, слишком много перекладываете силы. Не давите. Вы делаете вот так, рвете. Очень не тяните, плавное движение. Не знаю, ну скорее, она как-то отчетливо. Пожалуйста, обратите еще раз внимание, все движение происходит за счет движения тела. Поэтому не надо вот эти захваты, как адреналин, на адреналине на таком. Не надо зажиматься. Если вы зажаты, прикладываете какое-то усилие, ваши движения становятся плохими. Вы жесткими становитесь. То есть один сделал второй, то есть постоянный такой обмен. И, пожалуйста, без рывков, без напряжения. И постепенно у вас придет нужное ощущение. То есть постепенно вы поймете, что делать. То есть много-много движений, и тело найдет тот оптимальный вариант. То есть так же, как ребенок, он когда начинает ходить, он шатается, падает. Но постепенно, как бы тренируясь, он понимает, как ходить. То есть точно так же и вы должны, постепенно, шаг за шагом. Точно так же, как езда на велосипеде. То есть сначала никто не может сесть, никто не может сделать. Но если вы как научитесь кататься на велосипеде, вы и через 10 лет сможете на нем ездить. То есть точно так же, то есть ваш организм запоминает все. То есть усилие, скорость движения. Все это ваш организм впитывает, он запоминает. И через несколько лет ваше движение будет уже естественным и свободным. Вы не будете над ним задумываться. Годан. То есть, может быть, вы станете годан.
То есть очень мягкие движения. Марихей Ушиба всегда говорил об этом, это очень важно. Он занимался до глубокой старости. По 86 лет. Вы сейчас все очень молоды, порядка 19, 20 с небольшим и так далее. Поэтому подобные движения должны как привычка нарабатываться. Не надо вот этих движений резких. Вы их должны оставить где-то там. Вам должно быть, ну как, доставлять удовольствие то, что вы делаете. Именно так нужно проводить тренировку. То есть как будто вы поднимаете как будто меч, подняли, то есть перед собой подняли. Вы же так не будете раскрытыми поднимать, вот так. То есть встретили руку противника. То есть идёт. Единое действие двумя руками. Иди сюда. То есть встретили. Обязательно вместе с движениями ног. То есть это все единым должно стать. Руки, ноги, все движения единым. Потому что если по отдельности будут все движения, не получится прием. Все движения вместе. У всех разные движения. То есть все движения разные. Двигаются рот, уши, глаза. И все двигаются по-разному, все части нашего тела. И вот только когда мы все это вместе собираем, мы как бы понимаем. Поэтому не надо делать беспорядочные движения, по отдельности которые. То есть они должны быть как взаимодействии, все вместе. То есть вот как бы вы раз и все движения в единое собрали. То есть, чтобы весь прием стал каким-то единым целым. То есть японцы очень экономные люди, все в едином. Вот здесь идет движение. Не так, так не надо. Вот сюда. То есть обязательно ноги с движением ноги. Все тело должно быть мягким, свободным. Мягкое движение. То есть помните, мы делали зарядку дыхательную. Кукюхо делали, самые разные упражнения на дыхание. То есть это, я думаю, что это полезно и для здоровья, но и... То есть мы там поднимались, на ноги тянулись. Балансы. Там сбалансировали свое тело. То есть мы очень долго посвящали время балансировке своего тела. Помните, делали движения, натягивая лук. То есть помните, у нас была одна рука могла вытягиваться далеко, другая лишь вот сюда. То есть, это движение было единым. Мы же не делали сначала одна рука, а потом другая. У нас было единое движение натягивания лука. Мы одновременно двигались. То есть мы точно так же поднимались в разные стороны, растягивались. То есть как бы вы должны чувствовать себя, и все эти движения должны быть, ну, естественно, нормальными. Не надо делать так. То есть не надо делать, что вот я сейчас делаю. Дайте себе свободу.
То есть эти чувства должны быть взаимными. То есть у вас идет взаимная тренировка. В этом суть айкидо. Поэтому мы тренируемся именно так. То есть еще раз. Если вы сможете делать медленно, вы сможете делать и быстро. Потому что если что-то делать только быстро, значит вы этого не умеете делать. Только если вы это можете делать медленно, вы это сможете сделать и быстро. То есть точно так же, как вот движение. То есть если вы делаете это медленно, вы можете раскрутить и делать это же движение быстро. Наоборот, невозможно. Поэтому медленно, так, чтобы как бы объяснить вашему телу, как это делать. Вы должны понять. Медленно делать. То есть медленно, осознанно, как вы делаете. То есть сюда идет. И постепенно это как будет. Это накапливается, и дальше это будет уже легко, приятно. Без силы, именно за счет движения. Тренируем движение, а не силу, прикладывание силы. Если вы понимаете, но не можете сделать до конца, то есть вы как бы на верном пути. То есть просто тренируйтесь. Потому что тот, кто думает, что он может, он уже изначально ошибается. Поэтому то, что если вы поняли, что вы не можете, у вас не получается, это нормально, это естественно. Потом вы будете сами искать вот этот правильный путь. Поэтому, чтобы у вас было вот такое отношение. То есть не надо силовое вот это прикладывание, все делать именно за счет силы. А за счет переливания движения, за счет текучести движения. То есть не надо сильно делать. За счет текучести движения, за счет того, что движение идет, течет. Не надо останавливаться. То есть движение должно быть единым, без остановки. Неважно, как вы делаете, быстро или медленно, не должно останавливаться движение. Нет паузы в движении. Потому что если будет очень сильный противник, то он при малейшей паузе перехватит вашу инициативу. И сам станет проводить прием. В движении нет паузы. Можно еще с тобой попробовать сделать? Держись. То есть нельзя останавливаться, иначе вы перехватите на инициативу противника. То есть иначе вас уже противник возьмет. То есть постоянно идет движение. И старайтесь... То есть у вас идет тренировка, чтобы найти нужное движение. Не старайтесь блокировать друг друга. Конечно, можно и так сделать захват, и так, то есть самые есть разные захваты, но это не имеет отношения к приему в целом, как прием к технике. То есть не важно, как вас взяли, ну, самое естественное положение вот такое. И если вас так взяли, то как это движение? Но очень часто вот такие, то есть у вас как бы в голове как бы происходит такой обвал, и вы не знаете, что делать, начинается метание. То есть тренировку направлена на то максимально, чтобы как бы освоить технику, сделать ее. То есть сделали вот так, потом сюда пошли. Значит, здесь что-то не так. Не старайтесь... То есть другая рука идет. То есть и нет остановки, то есть вы как бы постоянно
Как движение, двигаюсь. То есть как только я двигаюсь, я как бы живу. Как только я остановился, все. То есть мое движение это мое вот как бы сохранение себя. То есть это моя жизнь. То есть все что угодно. Например, сердце. Пока сердце работает, движется, я живу. Если сердце остановилось, все. Точно так же и здесь. Если вы остановились на захвате, да, вот, то все. Непрерывное движение. То есть сюда дошли, подняли. То есть любое резкое движение, то сюда нужно. То есть и сюда вы. Поэтому постоянно идут вот какое-то изменение. То есть вы сам, как бы основной прием, не изменен техника, но постоянно идут вот какие-то варианты. И нужно, ну, как бы сосредоточенным быть, без такого ленивого отношения. То есть идет смена на противоположное положение. Потому что как только остановка, все. Поэтому вы взаимно делаете приемы, то один, то другой, взаимно работаете постоянно. То есть вы не можете только вы один работать. Чемпион, то есть чемпион только один. Двух чемпионов нет, а в айкидо, ну как бы, оба человека равноправны. Еще не нужно. Вы вместе работаете, вместе движетесь вперед, вместе растете. Поэтому с таким чувством мы должны подходить к тренировке. Потом будет.
Нет, катана. Как будто медь, да? Как медь в руке. Не дергаем. Как медь, вот здесь идет медь. Thank you.
Примерно до 30 считаем. Растягиваемся. То есть вначале очень напряженное такое ощущение на растяжке, а потом постепенно это напряжение спадает. Примерно 35. Мне казалось, что она... То есть постепенно, чтобы дело было не напряженное,
плавно, а постепенно вперед, не слушайте, ну вас нет. Ай, ай, ёпани. Надо. Она искусственная.
Ну да, ну какую-то бы мы старые здесь.
Поменяйте ногу. Eight, nine,
Это одно из японских точечных массажей. С помощью точечного массажа можно лечить различные заболевания. То есть собирают пациентов и... То есть сейчас в Японии популярны две системы врачевания, то есть современная медицина и так называемая кампо. То есть это когда точечные прижигания идут. То есть нужно определенное лечение, определенное питание и помочь организму, ну как бы, двигаться. Если тот, кто не двигается, того с помощью точечного массажа лечит. То есть после этого массажа можно ходить, можно двигаться. То есть это как бы в комплекте с движением и точечный массаж для хорошего самочувствия. Так как мы занимаемся айкидо, то уже можно не ходить, можно не заниматься ходьбой, а в таком комплекте. Сейчас так, пожалуйста, сядем. Делаем медленно. Потому что есть те, кто останавливается с подъемом. Сядьте, пожалуйста, а то не видно.
Он хорошо делает, вошли в ход. Вот здесь, отсюда ведем. Если будете с приложением усилий делать, то... Вот так, если сделать, то вы его не поведете. То есть неважно, держит ваша рука в захвате или нет, вы должны его вести. То есть можно проверить себя. Будет. То есть попробуйте по кругу. Попадется противник, который будет достаточно силен, то прием в соответствии с этим будет немного изменен. То есть если вы не сделаете вот этого наклона вниз-вверх, вы не сможете провести прием. То есть вы его как бы разбалансируете вниз. Отсюда уже можно закончить вот так. То есть сейчас будем вот это пробовать. То есть вместе с рукой вниз идем. Вот такое движение. Вы не использовали силу, усилия, расслабленные руки. То есть как падение руки, самое естественное. Подняли руку, мышцы напряглись, и когда рука падает, у вас же мышцы все расслаблены, нет никакого усилия. То есть за счет силы притяжения земли рука падает. То есть вам, для того, чтобы уронить руку, вам не нужно усилия, и это быстро совершается.
Потому что вы пытаетесь сделать, ну, как бы, неестественное движение, поворотное, приложение силы идет. Значит, используйте естественно вот эту силу при движении. И здесь такое же движение по естественной траектории. Сама рука сюда идет. Вот сюда она дошла, вы выводите дальше. Хай собаки тоже. То есть дай собаке. То есть если делается естественное движение, и дальше вы... И вот в этом, которое мы делали. Или вот такое. Вы идете, вот представьте, что вы напряглись. То есть вам нужен воздух, вы его не можете вздохнуть, у вас все напряжено. И вы начинаете задыхаться, потому что вам нужно все больше и больше воздуха. Поэтому не без усилий, без напряжения. И делаем иккё. Вниз, если вытянули, можно здесь сделать. То есть может перейти в другой прием. Никё. То есть самые разные могут быть приемы. Не обязательно внизу. То есть как будто меч берете и вниз. То есть движение меча вниз. Так не получится. Прямое движение вниз. Мечом. Второй контроль, никё. Одно движение единое. Вот сюда. То есть все должно быть единым. Все время какие-то наши движения в единое нечто соединяются. То есть мы делаем движение, соединили в одно и начинаем опускать. А у вас идет раз, два. То есть по отдельности получается движение. То есть вот он хорошо делает, у него одно движение. То есть там максимум два. Он получается ичин, все равно на три разбивается. Ой, какой это там, хай сюда.
То есть сюда, пока сюда делали, может быть, перемены позиции. То есть вы как бы в единое ввели передвижение и раз его соединили. То есть как бы вы, то есть вы как две ладони, вы их должны соединить. Если вы прям, как, не попадете ладонь по ладони, хлопка не получится. Так и тут все движения должны соединиться. То есть если это не получилось, то это не получилось. То есть как ладони, как вместе свели руки. Единое должны быть все движения. То есть все ваши чувства, ваш организм, все в единое сводим. То есть вы же сначала начинаете, как бы мысль появляется в голове, потом вы начинаете делать. То есть как бы дана команда, начинается движение руки. То есть не может же быть такого, что сначала рука пошла, а потом голова. То есть в таком случае человек бы был в некотором затрудненном положении. Все наши движения, содержание наших движений, все едино, мы как бы одновременно все делаем. То есть и на тренировке у нас должно быть вот это такое единение чувств, и должно быть, процесс должен приносить удовольствие. То есть не должно быть вот таких всплесков, что вот стремиться кого-то ударить, еще что-то сделать. Да, что-то не получилось, дальше начинаем делать. То есть на татами тренировка должна составлять, ну, состоять из поиска, как бы. Не то, что вот вы не получается, кто-то кого-то. То есть постоянно идет размышление и работа вот в такой благоприятной атмосфере. То есть не должно быть чувства разочарования, ну, как бы грусти, что вот не получается. То есть если будет совсем плохо, тут, ну, как бы все будут, слеза потечет, будут рыдать. То есть даже когда вам, ну, как бы тяжелая ситуация, вам грустно, неприятно, вы все равно должны улыбаться, как бы, должны сделать так, чтобы процесс доставлял удовольствие, чтобы не было вот этих неприятных моментов. Не должно из вас исходить отрицательное. То есть должно быть положительный настрой, положительная работа. То есть, если вы тренируетесь и вам как бы не нравится, вам неприятно, неинтересно, это плохо. То есть мне приятно на тренировке, и всем должно быть так же интересно, приятно. То есть не должно быть такого настроя, сейчас вот сейчас я кого-то что-то. То есть все люди должны, ну, как бы. То есть насколько возможно создавать нормальную атмосферу, положительную, благоприятную. Еще что-то, меня, живую садамирали, поэтому как можно, как бы, нас много, мы все вместе, поэтому должны, ну, как бы, уважать друг друга и как можно больше стремиться к тому, чтобы всем было хорошо. Поэтому постарайтесь вот свою мысль переключить на такой образ мышления. Айкидо это будо, но... 99% макэгу токоро, 1% дэнамка хикрикаэсте. То есть мы должны уметь переключаться вот с этого, с 90% каких-то там поражений, неудач, на вот те малые проценты, когда... То есть это, ну, как бы проблема мышления. Вы должны образ мысли перестраивать. То есть как будто там есть у вас выключатель, который вас подкручивает на исключительно положительный настрой, на хороший результат. Потому что я всегда и поступаю именно так, и стараюсь, насколько возможно, нести какой-то положительный заряд. И вы, пожалуйста, тоже так тренируйтесь. Потому что здесь много молодых людей, которые по сравнению со мной, у них все впереди, они могут стать великими учителями. Здесь.
Сами когда делаете, думайте. Подумайте, если с плечом, если не рука захват, то как будет? Делайте. Получается, да? То есть делаем в ту сторону, куда позволяет движение, где не жесткое у противника сопротивление. То есть сюда. Ну? Ну? Здесь самое есть разное. Вариант может быть различный. То есть вот, вот так сделать. Если здесь схватить, можно вот так. Если сюда захватили, можно сюда. То есть можно в другую сторону, противоположную. То есть в зависимости от того, где. То есть нужно самому подумать, где захват противника и куда. То есть просто движение вверх. То есть отсюда выходите. То есть в зависимости от того, отсюда идете, у вас вот этот идет, а здесь идет как бы большой палец вверх. То есть большой палец вверх к рту. То есть вы, ну как у всех одинаковые там варианты движения, поворота. Вы на тренировке отрабатываете. То есть вот на это движение что получается, как приём?
И на каждое движение может быть другой прием, другое движение. Поэтому если у вас не будет одной цели, вы не сможете провести прием, не сможете сделать что-то. То есть здесь взяли. И вот когда вы привыкнете с вашим партнером работать, тогда вы уже можете, усложнить вариант работы. То есть это все идет постепенно. То есть когда вы привыкли к приему, можно уже какое-то сопротивление оказать и так далее. То есть потому что если вы все время будете в таком положении, вы не подниметесь в своем мастерстве, так и останетесь на уровне первого. То есть и не надо стремиться как можно быстрее скачок вверх осуществить. То есть должна быть база, основа, которую вы изучите, и только на основании вот этой базы, основных приемов будете постепенно двигаться дальше. То есть это является основными движениями, базовыми. То есть сюда входим, глубокий вход. То есть если войдете вот так, вот сюда входим дальше. До вот этого момента. То есть сделали и... Пожалуйста, делаем. Сначала было хорошее, было какого-то момента, а потом потеряли. Какого чекала не знаю, я знаю. То есть постарайтесь, чтобы без сопротивления, без усилия приложить. Все время свободно и спокойно. Возможно и так сделать, но такие варианты. То есть свободное движение. Икё или никё, пожалуйста. То есть ловите движение, чтобы во время движения вы его только можете повалить. Thank you.
Дома.
Thank you.
Я
Не давите, нужно, если с усилием будете делать, идет сопротивление. Вот сюда. То есть и руку не расширяйте по отношению к корпусу. Собранные руки, собранный корпус. То есть вот на эти два момента обратите внимание. Направление и собранность. Если рука будет не в том направлении, то И, пожалуйста, когда технику делаю, не фотографируйте в моменты, когда я показываю неправильный прием. Потому что очень часто фиксируете фотографию именно в тот момент, когда я показываю, как не надо делать. А то потом это будет... Сенсей, ничего не умеет. Он руки из этого положения по прямой выходят. По прямой рукой. Когда вот сюда пришли,
Попробуйте, ну как бы, поизучать именно движение руки, как, ну какой может быть выход. Очень напряжена рука, мне легче. Вот сюда. То есть иримий идет более глубокий, больше иримий. Как сейчас показывают. Руки не имеют отношения к приему, не руки работают. Вот постарайтесь этот момент понять, изучить. А рука это... На самом деле работает не рука, хотя визуально кажется, что мы руками идем. То есть вот эта линия идет. То есть вы подтянули. Вот это, помните, тесная линия движения? Подтянули, и здесь движение заканчивается. То есть очень важно расположить в том числе и корпус. То есть очень много прикладываете усилий таких, что ну, так бы я ничего не смог. То есть это в 3 раза больше, чем нужно усилий прикладывать. То есть это движение корпуса. Тела. И мы тренируемся для тренировки движения тела, движения корпуса. У нас есть положение айхами, то есть мы располагаем себя гьякухами. У нас 2 ноги, поэтому у нас вот могут быть только или такая, или такая позиция. Но есть такая позиция, но она у нас... То есть мы обычно располагаем себя либо вот так, либо так, либо это. И вот мы начинаем упражнять, тренировать это. То есть нужно именно тренировку проводить в смысле, что вы хотите чему-то не научиться, а не так, что а, вот сейчас я его тут зажму, он не сможет сделать, он меня там не уронит и так далее. И когда вы противника бросаете, вы тоже как бы думаете о нем, потому что у вас очень так вот, что я его брошу, и все. Потому что если такие мысли появляются, это значит что-то не в порядке с вашим ну, как, внутренним миром. То есть себя надо исправлять. То есть тот человек, которого вы, ну, который вам позволил его уронить, опрокинуть, провести прием, вы ему должны быть благодарны. Расширяйте свои чувства. Сможете ли вы или не сможете повалить своего противника? Ну как бы не в этом дело. А вы слишком серьезно относитесь к этому правильно. Поэтому более такая легкая атмосфера, более приятная. Ириминаги, продолжаем, пожалуйста.
Вы как будто плывете, у вас расслабленные руки, вы делаете большое движение. Вы же не плывете, подплывая вокруг себя. Как будто хотите, ну, почесать голову.
Изобразите на чем. Поворот идет. Потому что вы так не сделаете перед ним. То есть всем корпусам, всем делам. Фига такая. Особенно для кто высокий. Он здесь, а? Если разница в росте. Легче всего делать более-менее с одинаковой комплекцией ростом человека. Она же могла, да? То есть это такое. Оптимальный вариант. Ну, когда противник выше вас или ниже, то уже более интересно работать. Если вы ниже, то есть есть самое, то есть интерес в том, что с разным противником у вас будет немного разный стиль выполнения. То есть если с более высоким партнером, то... Если ваши руки будут назад, то поэтому отсюда и вперед движение. Если руки оказались сзади, то есть если так, то получится, ну, помогать нужно еще корпусом. То есть от своих, от поясницы, то есть надо подтянуть. Потому что если не получается, будет опять другой прием. То есть от бедренных костей и вперед. Читать, да, судьи, говорили, что кто-то, да, сядет. Поэтому, когда вы готовитесь к захвату, вы уже должны быть собраны для того, чтобы смогли сделать какое-либо движение. その時その時によって もたれ方が違うわけですか? Но могут быть разные варианты захвата, поэтому и... 自分で調整するんです, ここ. こうなったら私の腰を持たれてるわけじゃないから。要は、やらかいなら、宇宙の宇宙。そこを始める。完全に自由というか。これはもう囚われてるから。こっちは、そこを。 То есть нашли как бы слабую, где не так силен захват, и в эту точку вышли. Потому что человек свободен, как в своем выборе. Поэтому он свободен всегда думать. То есть думать вы свободны. Можете подумать и решить, куда. Потому что у вас еще есть весь ваш корпус, которым вы всем корпусом можете двигаться. Поэтому... И давайте то же, что и делали вчера, вперед выводим. Такое же движение. Помните, делали вчера. Рукой... これは後ろに消えても同じだから これはこう。で、とりあえず、さあ、で、僕にここに行く方向に行く。で、なんか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 、な
То есть нужно движение, обязательно нужно использовать это движение. То есть был захват, и рука может идти по вот этому направлению. Может идти по вот этому направлению. То есть можно идти сюда. То есть можно с перехватом. То есть голова как бы думает, что делает рука, как она идет, куда. То есть вот здесь можно ее использовать, вот так можно использовать. По мастигальто? А
А если будет ошибочно ваше мнение, то как вы хотите привести? Подумали сюда вы? Пожалуйста, свободное движение тела. Потому что если будете напряжены, то не сможете выдохнуть. Попробуйте вот это, вот из этой позиции. Из этой позиции движение шипуете захват. Может быть такое положение? Но это вы потом. В таком случае сюда идем. Но это уже более следующий уровень. Можно его. То есть как-то можно более расслабленно, без использования усилия. То есть есть разные виды захватов, и вы должны по-разному как бы чувствовать. То есть это необходимо тренироваться, но начинать с каких-то простых вариантов. То есть если ваш противник изо всей силы будет стараться там максимально помешать, никто не сможет, даже я не смогу ничего сделать. Поэтому просто захват так, чтобы противник не мог двигаться, но нужно сделать. То есть чтобы дать ему возможность попробовать, как это можно сделать. То есть и когда в руки вы тоже тренируетесь. Ну, старайтесь делать так, чтобы вам было легко тренироваться за ним. То есть с двух сторон должна идти тренировка. То есть мы вчера говорили о том, что кендо это взаимодействие двух. То есть если как бы, меч и камень, и если все время пытаться наточить меч, то есть вы должны как бы вдвоем выточить один меч, а второй это камень, который как бы, затачивает ваш меч. И вы вдвоем должны сделать так, чтобы у вас получился идеальный острый меч. Усилия нужны, чтобы заточить меч, заточить оружие. То есть вы как бы то один, то другой становитесь вот тем камнем, точилом, от которой второй партнер может как бы заточить свой меч. Поэтому это усилие двоих всегда. Именно с такой мыслью вы должны тренироваться. Еще раз, пожалуйста, дети, там делайте шаг вперед всем корпусом, чтобы освободить как-то место для... Нам готово хатать на этот. То есть если не получается, если вас зажали, идете сюда, вперед. Ты усилия пчелы, и здесь уже у вас более свободное. То есть так, чтобы освободиться от противника. То есть помните, о чем говорили, то есть чтобы не идем вперед, но как бы временной аспект, чтобы успеть выйти, чтобы противник на вас не ударил. То есть должно быть, ну как бы как два потока воды, став одним целым, повелись в одно целое. Тогда у вас соединение двух усилий будет. То есть будет, ну, как у вас будет больше возможностей, больше силы. То есть используйте силу противника и свою силу, вы должны их соединить. То есть не только свою силу, и не только вот конфликт, а соединение. Времени мало, поэтому... То есть если будете то же самое, если делаете с усилием, то не получится. То есть как будто меч поднимаете, опускаете. Для этого вы сюда вышли. Рука вот так. И только нога. То есть так все делают. Ну, а сейчас я на байка. Ну, а сейчас я на байка.
То есть если сильно взяли, вы не можете двигаться, тогда вы пошли в другую сторону. Так не надо, потому что вас поднимают сюда. То есть попробуйте потренировать эту защиту противника, его усилия свое. То есть как вода в реке, то есть течет, постоянное течение. То есть текучесть, если идет быстро, то не получится. Все равно все плавно, как текучая вода. То есть будем для этого тренировать. Пожалуйста. Don't worry about it.